нас сегодня такой праздник получился прекрасный. Я позволю себе попробовать исполнить свою очень давнюю мечту. Вот. Света говорила, что у меня 700 песен, среди них есть самые-самые-пресамые любимые. И в числе этих самых-самых-пресамых это, конечно же, песня «Воздух», музыку, которую написал прекрасный Валерий Тхай. И я очень хочу сделать это сегодня вместе с ним. Вот. Немножко не так, как делает группа в полном составе. Я просто, как автор стихов, их почитаю, а Валера сыграет. Я не знаю, что получится. Мы ни разу не пробовали и не репетировали, но сегодня это для вас что-нибудь получится. Валера универсальный музыкант, вот, поэтому сегодня... Вспомни послушать. Мы поможем. Поможете, да? Ну, я надеюсь, знает эти слова. Мы споем. Там как вступление, там да, да, вступай. За что держусь? За воздух. Ты знаешь, это просто. Пойдем, я научу тебя летать. За что держусь? За воздух. Искать опору поздно. Однажды я сумела птицей стать. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить, преодолев потери, еще сильнее сделать крылья взмах. Воздух взгляда слов твоих. Воздух музыка для двоих. Воздух небо к себе зовет. Не прерывай полет, не прерывай. Держусь за воздух. Ответы на вопросы заложены в умении дышать. За что держусь за воздух? Любовь свивает гнезда лишь там, где поселяется душа. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить, преодолев потери, еще сильнее сделать крыльев взмах. Воздух взглядов и слов твоих. Воздух музыка для двоих. Воздух небо к себе зовет. Не прерывай полет, не прерывай полет, не прерывай полет. Ой. Пожалуйста, потому что я уже тебя не отпущу с этой сцены. Очень здорово, я просто день сегодня задался. Вот. Наверное, этого человека представляет не нужно, здесь знают его все, его знают все рок-музыканты, все вообще все музыканты знают. Валерий Тхай. Огромное.